Я еще, короче, вот только что поняла. Очень прикольную штуку. Важно окружить себя своей реальностью, своей жизнью, а не чужой. Когда ты начинаешь смотреть свои фильмы, когда ты видишь только свои интересы, когда ты слушаешь то, что тебе нравится, так скажем, когда у тебя жизнь состоит только из твоего, и ты придерживаешься и живешь только согласно своим правилам, своим мыслям, это очень мощно, я вам скажу. Что на самом деле сейчас я и хочу сделать. Я снимаю, например, себя, потом пересматриваю, как бы смотрю, да, как там что получилось. Так скажем, уже ну, это, короче, это мощная штука магическая. Такими штуками нужно пользоваться. Окружить максимально себя окружить своими штуками.